Lev Dmitrievich, let me start by asking you, how do Russians in general feel about what's happening in Ukraine? Ну, общественное мнение, оно разделилось. Большая часть, та, которая зависит от каналов пропаганды, это телевидение, работающее в основном на менее образованную, более пожилую часть населения, провинциальную, очень ограниченную по источникам информации, она в основном повторяет то, что поступает по каналам пропаганды, то есть по каналам телевидения. Две трети одобряют войну на Украине, то есть действия Путина, здесь, так скажем. Потому что никаких других источников для понимания происходящего, кроме того, что идет из телевизора, у них нету. Другая часть, гораздо меньше, примерно так, чуть больше четверти населения, это более молодая. Преимущественно это крупные города, где сложилась уже другая совершенно информационная среда и другое понимание. Они относятся крайне негативно к тому, что происходит вот, на Украине. И негативно относятся, естественно, к политике Путина. Поэтому очень важно учитывать не просто вот мнение людей, а именно каналы информации, каналы выстраивания картины реальности происходящего.